А в следующем сюжете мы хотим рассказать вам о медицинской сестре первой городской поликлиники Гульбаршин Шариповой. Сегодня мы должны хранить память о тех, кто стоял на передовой в нелегкой борьбе и покинул этот мир. Вирус не щадит никого. 26 июня ушла из жизни Гульбаршин Хасеновна Шарипова, медицинская сестра первой городской поликлиники с огромнейшим опытом. 38 лет она проработала в стенах медучреждений. 32 года из них трудилась медсестрой-офтальмолога в первой поликлинике Павлодара. Специалист старой закалки, очень ответственный к работе, трудолюбивая, честная и порядочная. Так отзываются о Гульбаршин Хасеновне ее руководство. Конечно, ее отличали именно такие качества, как милосердие, сострадание. Это те качества, которые именно присущи медицинской сестре. Это настоящая медицинская сестра. И наша коллега, наш товарищ не смог выйти из этого состояния. Вот. Мы соболезнуем. И, конечно, для нас, для всего коллектива это был большой удар. Гульбаршин Шарипова воспитала двоих дочерей. Она была прекрасной, заботливой матерью и бабушкой. Она вырастила очень хороших своих дочек. Я знаю, что они обе закончили нашу 10-ю школу имени Абая. Оба получили алтенбелье, девочки очень грамотные. Гульбаршин Хасеновна навсегда останется у нас в памяти. Больные ее очень любили. Она очень грамотная. Я извиняюсь. Так Гульбаршин Хасеновна был такой человек. У нее все было легко. С ней было легко очень работать. То есть вот она могла сразу понять, ну, войти в ситуацию. Очень душевный человек. Очень душевный, очень замечательный. Никогда ни на кого не крикнула, никогда ни на кого плохо не сказала. Кабинет осиротел, поликлиника осиротела. Бейдж на столе, записи, журналы, что вела медсестра. Кабинет, которому она посвятила много лет, пуст. Никто и не мог подумать, что 2020 год станет для человека с большим сердцем последним. Гульбаршин Шарипову предложили посмертно представить к награждению медалью «Ерен Ембегы».